Итак, ребята, всем привет. Сейчас возвращаюсь с почты, отправил посылки победителям и решил записать именно информационное видео тем, что у меня на канале несколько конкурсов, в частности, это для начинающих блогеров, кладоискателей. Правила простые. Набор участников ведется у меня в группе «Поиск 63 РУС». Именно под репостом, который закреплен. Правило элементарное. Первое условие. На вашем канале не должно быть больше 1500 подписчиков. Второе. На вашем канале не менее 10 видео связано с видеокопом. И третье. Выход видео на вашем канале не менее одного в неделю. Отбор участников будет осуществляться лично. Требования к участникам – интересный, качественный контент. После набора кандидатов, а их будет 10, мы запустим сам конкурс. Конкурс прост. Вас будут оценивать методом голосования. Заявки принимаются под этим репостом. Именно здесь, в комментариях. Как вы видите, у нас уже есть кандидаты и уже мною отобраны. А в частности, Валерий Серенко. Если вы видите вот такое сообщение под своим комментарием, то вы уже в деле. Несколько, к сожалению, участникам я отказал, но уже места заняты. 3 места заняты. Еще осталось 7 человек подбирать. Я, конечно, проглядываю контенты. Их я просматриваю, если все параметры проходят согласно правилам указанные, то я уже смотрю на качество контента. Если интересно, если мне понравилось, то они проходят, а потом уже на голосование наших зрителей. Так что имейте в виду, принимайте участие. Это очень хорошо тем, что вы можете получить дополнительные подписки, дополнительных зрителей. Вот. От меня вы получите всяческую поддержку, в частности, развитие вашего канала, рекламу на своем канале, а также я вам обещаю плюс 1000 подписчиков. То есть я помогу вам, помимо того, сколько у вас было, еще 1000. Достаточно хороший такой приз для начинающего. Также хочу сказать, что следующий конкурс у меня, это называется «Копилка». Правила тоже простые, тем, что стать участником может любой, у кого есть в коллекции хорошие царские монеты. В частности, 5 штук. Ну а следующий, ребята, конкурс, это для коллекционеров, нумизматов, любителей, копателей. Конкурс тоже прост, и он называется у нас «Копилка». В чем заключается розыгрыш? Если у вас есть интерес получить на халяву 95 монет безвозмездно, или же просто хотите поучаствовать, то этот конкурс именно для вас. Что для этого нужно? Чтобы стать участником конкурса, ты должен иметь всего 5 царских монет любого номинала в сохране не ниже ВФ. Если есть, то ты в игре. Присылай эти монеты мне на адрес, и они в копилке. Второй этап конкурса. Как только копилка набирает 100 монет, и мы в прямом эфире разыгрываем монеты среди участников. Проверь свою удачу. 1 из 20. И третье. Быть подписчиком нашей группы «Поиск 63». Заявки для участия принимаются под этим репостом в комментарии. Тут же я прописал, какие монеты принимаются для розыгрыша, для конкурса. Это монеты не ниже ВФ. Если вы сомневаетесь, что обозначает ВФ, XF, то здесь тоже прописано, что собой монеты представляют. Это монеты очень хорошего внешнего вида, без всяких эрозий, коррозий, наростов. Монеты должны быть чистенькие и без всяких характерных дефектов. Сколы, царапины, а также низкий рельеф. Так что принимайте участие. Халява ждет вас. Вот, если у вас такие есть монеты, присылайте на мой адрес, оставляйте заявочку. Я вам данные, куда прислать, дам, и вы станете участником.
После этого мы будем разыгрывать. И вся копилка уйдет одному победителю. Очень приятно сделать ставку в 5 монет, а выиграть еще плюс 95. Так что присылайте, может быть, фортуна вам улыбнется, и коллекция пополнится еще 100 хорошими, идеальными монетами. Я думаю, даже, может быть, и я поучаствую, потому что очень забавная, очень интрига такая, знаете, 100 монет, это... просто так их не найдешь, не выкопаешь. Вот. Сохран монет, ребят, сказал, что должен быть идеальный. Никакие каверные наросты. Монеты должны быть чищенные. Не до чистого там металла, но монеты должны быть очень хорошие, красивые, привлекательные. Вот. Если же такие монеты не устраивают меня, в частности, если они не сохрана VF или XF, то монеты, ребята, монеты будут отправлены обратно за ваш счет. Вот. Ну а победитель получит монеты тоже за свой счет. Ну, то есть вы понимаете, да? Вы участвуете, вы побеждаете, я это делаю для вас, и оплачивать все я всегда не могу. Вот. Так что вот так вот. Повторюсь, элементарно, все заявочки нужно оставлять под репостами у меня в группе в ВК «Поиск 63». Там прописаны все правила, если кто-то чего-то не понял. Ну, а там как решит фарт. Вот, так что имейте в виду. Участвуйте, принимайте, пополняйте свои коллекции, пополняйте свои ряды подписчиками. Это для кладоискателей, блогеров. В общем, вот такая вот у меня информационная сегодня весть. Я думаю, достаточно приятная тем, что, ну, я бы с удовольствием во всех конкурсах поучаствовал. Так что на этом и все. Морозно, холодно, так что все, пока, до новых встреч на Кобе.